Здравствуйте, друзья. Мы работаем в Федеральной службе исполнения наказаний. Это в наших лагерях никогда не мажут пастой. Это мы знаем, почему на встрече выпускников класс собрался не весь. И это мы видели, как Гуф грустно расписывается. Всем смеяться, это приказ. Ху! Не все исправительные учреждения выпускают хороших шансонье. Где хиты? Где хиты? Мне перед другими зонами стыдно. Ну вам построили голубятню, над вами голуби летают. У вас окна выходят на закат. У вас вид на церковь. Вы сидите максимально романтично, ну. Ну я веду себя максимально как урод. Ты мог про эту песню написать? Вам год назад дали фото матери. Где про эту песню? Но это не моя мать. Это не мое дело, но мы вам в камеру подсадили, падлу настоящего подсадили. Но вы даже с ним не вывозите. Все, мне надоело, по распределению поедете во Владимирский Централ. О, Владимирский Централ, ветер, сержант. О, дебилы, да боже. Сейчас на телевидении популярны танцевальные шоу. В нашей системе тоже смотрят и любят такие проекты. Итак, история одного заключенного в танцевальном стиле контемп. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужно и быть с тобой. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой. Звезды мне уже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой. Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить. В России, если взять в кредит 3 миллиона рублей, то выплачивать его придется 15 лет. А если украсть 3 миллиона, то вас посадят на 7 лет. Федеральная служба исполнения наказаний. Мы экономим ваше время. Ну что, давайте и мы экономить время. Прошу, голосуем. Браво. Спасибо, ребята, вы в высшей лиге.